Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, легенд ОЛТВ Госдума, Флайнг, Сергей Тайм, Спикермен, Алекс, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Привет, всем привет. Всем привет. Сегодня у нас будет крутецкая серия, когда мы будем убегать от аниматроников с разных частей в большом лабиринте. Если спите, пушите, приятного аппетита, а мы начинаем. Выживать. Я поставил гигантскую гравитацию. Теперь, если кто будет спрыгивать с бортика, будет просто разбиваться. Поэтому придется выживать только внизу. В конце ролика будем подсчитывать смерти. У кого будет больше всех, тот будет проигравшим. Поэтому надо играть очень осторожно, чтобы быть лучшим игроком в этой серии. И обязательно подписывайтесь. Ставьте лайкосик. Ролики выходят каждый день. Стараемся поднимать всем настроение. Пацаны, вы слышите их? Вот он уже бежит! Нет. Ох, он обманщик, он прям встал за углом и хотел меня замочить. Пацаны, я веду его к вышке. Нет, да, беги, беги, ну что ж ты перегораждаешь путь? О, Алекс. Кто первый, тот лох. О, ОЛТВ, золотое правило, я его люблю сам говорить, но ты меня опередил. И сейчас ОЛТВ умирает. Я буду держать по полу кататься. С каждым разом, кто будет сливаться, я буду добавлять аниматроников. В конце будет столько аниматроников, что будет лагать Гарри Смот. И надеюсь, даже у кого-то вылетит, но не у меня. А может и у меня. Он сзади! Блин, ну я не хочу быть лохом, аниматроник. Он прям рядышком. Пацаны, ждите. Все, я на вышку. Я вижу. Ой, Дима, не надо. Все, я его тут жду. Пацаны, он мимо пробежал, за кем-то другим заагрился. Где? Нет, все, пацаны, он идет к нам. Готовьтесь. Ой, Дима, ну, Спикермен, ну что ты чуданул? Гравитация настолько сильна, что даже малейший... Падение с маленькой высоты разбивается. Смотрите, я даже не могу прыгнуть из-за того, что очень высокая гравитация. А где он? Нет. Он слился, еще один. Еще один. Так, уже 5 аниматроников. А 6 даже получается. Так, они приближаются, пацаны. Я еще прописал специальную команду. Да блин, я пока вниз смотрел, он меня убил. Прописал команду, чтобы они наизусть знали эту карту и все закулочки. Они не могут тупить так, как мы. Забегать в тупики. Тихо. Один да что... А, это специально ловушка, чтобы мы не могли пройти там. Иди, проходи, он не убьет. Я отключил искусственный интеллект, иди. Дима, это ловушка Джокеру ты сделал? Я выключил искусственный интеллект. Блин, я его не выключил. Он не выключил. Ну зачем ты лезешь? Да подойди к нему, он не убьет тебя, он застрял. Ну ты обманщик, Димка. Я такое специально так делаю, да. На вышке это ловушка, они прибегают и просто окружают тебя там. Согласен, поэтому надо выживать внизу. Хорошо, что они очень громкие звуки издают, и мы сможем слышать заранее, когда они топают своими ногами. Один за мной. Так, а где этот аниматроник? Вот он, где-то тут был. Ой. А! Блин, он пробежал рядом, я же дернулся. За кем он побежал? А, Сергей Тайм слился. А, беги, 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 быстрей! А, он сзади меня! За углом ждал. Красиво ты разбился, я видел. Ну, кот в сапогах. Верт уже без сапогов. Так, я его удалю. Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. А, да ладно, бойся. А что это за прикол? Он стоит на месте, а потом начинает просто резко бежать и мочить меня. Дабл килл. Знаешь что? Короче, меня этот Фонтан Фредди и этот, как его, ну, короче, Вильям Афтон и... Мне нравится, как ты объясняешь, тебе надо книги писать. У нас, как всегда, все на приколе. Интересно, он может убивать, когда я тут стою наверху? Да. Да, он может. Пацаны, я добавляю еще. Этого мало. Нет, вот! Пошел мощный аниматроник. Я живу, остался 14 хп. Вот это они звуки издают громкие. Пацаны, я сейчас еще буду ставить. О, я поставил классного аниматроника, смотрите. Он его... Что? Они воюют между собой. Это наш друг. Вы по нему стрельни. Нет. А что он взрывает? Что это за аниматроник такой? А ну дайте я подойду. Все, моя цель добежать до вышки и выживать на вышке. Когда я буду уже на высоте, я поставлю около 20 аниматроников. Ребята, сейчас будет очень жестко. Сейчас будем наблюдать, как все сливаются, а я буду ржать, стоять и веселиться. Я рядом. Они сейчас, я их запрограммировал, чтобы они убивали самых слабых игроков. Сейчас мы один. Ну, значит, я самый слабый. А нет, вот кто у нас, Спикермен слабый. Такс. Я уже ближе к вышке, пацаны. Давайте все на вышку идем. Давай, иди, иди, не бойся, их там нету. Да никого нету, я удалил их только что. Да он не удалял никого. Я удалил через Z. Нет, нет, он тебя обманывает. Зачем мне его обманывать? Иди вперед. Ладно, давай, я иду. Раз ты боишься, я тоже буду бояться.
Вот он тут! Видели, как он зашел на вышку? Удалил ты, да, значит, удалил. А я у другого удалил, этого не удалял. Опа! Беги, быстрее! Беги! Есть! Я на вышке, пацаны, я их обманул. Я смог это сделать. Так, теперь моя цель как-то выжить на вышке или как-то их красиво обмануть. А вот он! Так. Ого, их уже трое. Ого, пацанов, сколько сливается. Давай, я вас не боюсь. Ладно, я вас боюсь. Ну что за человек? А, ладно, они не человек. Хотя внутри сидит человек. Ого, их тут на спауне. Они не дают нам даже зайти в лабиринт. Я знаю, как можно спрыгнуть и не разбиться, смотрите. Идем. Я знаю короткий путь. Это не этот короткий путь. Легенда, я за ней. Идем. Госдума, ты за мной? Стой, это тупик. Я знаю, лабиринт наизусть и в тупик зашел. Вот это прикол. Такс. А! Нет! Господи, три. Это называется поцелуй от аниматроника. Мне он довольно-таки не понравился. Нифига, их сколько? Нормально их поставил, пацаны? Сейчас на мышке выживание прям настоящее будет. А, да ну блин, опять стоит на этом месте. Ребята, я хочу, знаете, какой ролик записать? Можете написать в комментариях, хотите вы или нет. Я хочу записать, когда будут монстры Хендерса, аниматроники, абунги и гномики все в одном ролике. Ого! Представьте, это будет такое жесткое выживание. Можете написать, мы хотим. Если будет очень много комментов, мы сразу этот ролик обязательно снимем. Я тут аниматроников на крыше по кругу вожу. Блин, я прохожу здесь. Блин, он опять там стоит. А вот, я обошел его, наконец-то я смог его обмануть. Пацаны, на вышке кто-то есть из вас? Ай! Сижитаем, блин. Что такое? А! Да блин! Они чекают все входы и выходы. Смотрите, я дальше спокойно пошел, как будто ни в чем не бывало. Ну хитрый жук. Пускайся, не бойся. А! Ладно. Вот, вот сюда он не придет, он будет падать. Смотрите, они не знают, как углы обходить. Я лучше разобьюсь, чем от аниматроника умереть. Ну нафиг. Прыгивай, я убрал гравитацию. О, он обманывает, надо. Да я спрыгнул, ой, я убрал. Конечно. Я пошутил. Да ну что вы верите во все, ну это же шутка. За такие шутки. В зубах промежутки, я знаю. Есть, я прорвался. Так, давайте будем идти через левую часть. Вы думаете, это нормально? Да блин, а че он когда убивает такой звук металла, как будто он башкой своей бьет пустой? Ну, потому что он... Я ставлю еще. Куда? Ребята, сейчас буду добавлять столько аниматроников, пока не будет лагать Гаррис Мод. Пока Гаррис Мод не вылетит, да? Ой, они даже в друг друге застряли! О, прикольно, такую песенку поет. А, кстати, от Балор тысячи лет мы не выживали. Это аниматроника, который я ставил вообще редко-редко. Вот эта толпа идет, ну нафиг! Так, сейчас попробую их обмануть. Все, отлично, они за мной уже не идут. Блин, у легенды такой скин, я подумал, это аниматроник. Ого, брызги воды идут. Нет, Балора, нет! Ай! Кстати, они могут с бортиков спрыгивать. Ребята, ну это невозможно туда дойти, до вышки. А на вышке кто-то есть? Да, я. А, все, ты начал худший игрок. Я сейчас дойду. Хорошо, давайте мы сейчас сделаем так. Я отключу искусственный интеллект. Мы тихонечко пройдем. Ой. И потом я их включу. Все, я включил им искусственный интеллект. Вот сейчас начнется мясо. Это прям хардкор жесткий. Блин, они со всех сторон, они окружают меня. Тихо. Тихо, тихонечко. Балоры с Бонни сражаются. А! Да блин, ну я дернулся аж. Я так сел, как будто обиделся. Хорошо, давайте сделаем обычную гравитацию. О, да. Спасибо. Все. Вот сейчас будет поприкольнее выживать. Че там, пацаны, нормально на вышке? Все тихо? Плохо. Плохо, я понял. Это хорошо. Так и должно быть. Все продумано до мелочей. Так, идем за мной, идем. Я сейчас. Привет. Я тебя рукой махаю с крыши. Да не, возвращайся. Гузума, беги, аниматроник сзади, быстрей! Я пошутил. Вот все боятся, я тоже боюсь. Блин, они на входе стоят. А че он там стоит, тусует? А! Ну блин, ну их нафиг, да я так бежал долго, не хочу сливаться. Не, забегай, никого тут. Отлично.
Пойдет. Мне это нравится. А где все аниматроники? Почему тут только один? А я не знаю, где они все. Они съели друг друга, походу. Ты думаешь, они могли друг друга съесть? Могли. Один сдох. А ну-ка, я сейчас буду нажимать Z, и мы посмотрим, сколько еще аниматроников есть. Нам еще как должен, блядь. Да. Там Балоры с Бонни сражались. Давайте, ребята, я сейчас поставлю такого аниматроника, от которого вы просто будете офигевать. Хотите? Давай. 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 Согласны? Давай. Да. Да. О, нет. Ой, о, нет. Только не они. А, лагает. Давайте удалим чуть-чуть. Только о, нет. Нормально. Ну все, теперь ждем. Я их вижу. А где? Они уже рядом. А, да не пугай ты меня. А, да не блокируйте ноги новые. Я скажу, когда они поднимутся. Вот она! Она уже близко. Вот это у них скоро, смотрите. Ого! Это жесть просто. Все, ждем. Пацаны, кто первый умрет, тот лох. Давайте с этого момента будем отчитывать. Идут! Идут. Бегут. Летят даже, скорее всего. Все, пацаны, вы были хорошими пацанами. Отлично. Я соскользнул. Опачки, есть. Красивый прыжок. Я знал, что я затащу. Это было в последний момент. Но они ко мне сюда не достанут. Нифига. Они все внизу меня ждут. Ладно, я попробую прыгнуть и посмотрю, смогу ли я опять до вышки добежать. Ой. Я забыл, что реалистичный урон от падения стоит. 20 марионеток. Вот это они психички. Такс. Отлично. Ну давайте, где вы марионетки? Я хочу, чтобы это было неожиданно, я аж испугался. Посмотрим, сколько я смогу прожить в лабиринте. Они за мной! Мне кажется, максимум секунд 30 и все. Ну давай, засекаем. Опа! Кстати, когда появляется вот такой скример, это означает, что одна из марионеток на меня заагрилась. Ладно, давайте будем постоянно бежать в движении быть, тогда она, скорее всего, меня не так быстро убьет. Блин, это очень опасно. Она быстрая, но на поворотах ее можно обмануть. Да. Ну в лабиринте ты так, знаешь, особо ее не обманешь, учитывая, что она по прямой настолько быстрее тебя. Убежать невозможно будет. Так тут их половина сдохнет. А так и должно быть, они с высоты, когда падают, разбиваются. Они после высоты боятся? Да, да, у них ноги хрупкие, видел? Тоненькие. Поэтому и не летают. И поэтому и не летают. Так, я приближаюсь к вышке. Но она никак не от меня не отстает, значит она где-то сзади меня. Мне кажется, если я сейчас остановлюсь и постою секунд 5, она меня замочит. Но я не буду этого делать, потому что я хочу затащить. Все, пацаны, я на вышке. Эй, вы что тут строите, пацаны? Нельзя строить. Отлично. Фокус, молодец. Опа, давай будем ее дурить, Госдума, давай. Опачки. Щениха. Так, теперь я следующий на очереди. О, нет. Так, подожди, ну скример у меня есть на лице, но я не вижу эту марионетку. Где она? Она далеко, наверное, марионетка. Ты думаешь? Давайте посмотрим, где-то ж она идет за мной. Да. Блин, надо еще и смотреть на вышку, она может резко подняться. Так, никого не вижу. Давайте еще поставим. Давай в жертву отдадим вот этого человечка. Я еще поставил 3 штуки. Вот она! Блин, это не она. Пацаны, быстрее, она вон бежит, уже поднимается! Быстрее, быстрее, быстрее! Все, сейчас я должен красиво их обмануть. Это что ты напечатал? А, да ну не бейте босрача, ну за что? Опа! Она упала, ну блин! Подсчитываем, у кого сколько смертей. Выиграл у нас, первое место занял ОлТВ. Второе место Госдума, а самое последнее место Сергей Тайм. Мы тебя не поздравляем. Ты был не красавчиком, молодец. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Но всем отличного настроения и всем пока. Стоп, стоп, вот, вот пока сейчас будет.